Антон. Человек и дракон в одном обличии, но он редко показывает свою настоящую сущность. Как он сам говорит, не будите во мне зверя, а если уж разбудили, то слушайте. Еще никто не смог распознать его мысли и до конца понять поступки. Как и все драконы, живет в одиночестве. Никому не питает привязанности, но с начала проекта меняется в лучшую сторону. Я все веду по своей четко выверенной линии. Я могу работать абсолютно в любом стиле. Поверьте мне, это ничего не сложно. Аватар Антона настолько реалистичен, настолько очеловечен. Все это как-то так смешалось, все это так точно. До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Это то, что было, а это то, что будет. Так как-то. Скоро наступят времена, будем в таком магазин ходить. Так, так, так. Красивые
Какой красивый повелитель вселенных, галактик, просто космический номер. Что с тобой, Дима? Он озверел, озверел. Антон, сегодня вы покорили мое сердце. Если жюри понравится, слава богу, я очень доволен. Всем понравилось. Прекрасный номер был, Антон. Насколько тебе близка такая музыка? Вот я люблю очень такую музыку. Еды. Очень люблю такую музыку, она прифанкованная, она полностью раскрывает, наверное, мою внутреннюю энергию. That make me crazy. That make me crazy. Даже так научился. Я научился даже так чуть-чуть. Вау! Просто все умеет у нас Антон. Неплохо для дракона. Вопрос такой. Вы знаете, я как человек, который аккумулировал под конец года все хорошее и все плохое, иногда хочу выплеснуть негативную энергию. Я уверена, что зрители прямо в нашей сейчас, студии... Да, не прямо сейчас, нет. Подожди. Приходи сегодня ночью. И у телеэкранов они со мной согласятся. Вот есть вещи, которые бесят. Вы поете о сумасшествиях, о том, что вас сводит с ума. Что вас сводит с ума? Вот вы говорите. Вот меня бесит, что едут все в левом ряду и еле едут. Вот, например, да? Автолюбители меня поймут. Что бесит вас? Меня бесит то, что люди очень редко улыбаются друг другу. Вот. Не замечают друг друга. Хочется, чтобы люди осознавали то, что они живут на этой прекрасной планете. Хочется, чтобы люди любили друг друга искренне и чувствовали, что они все вместе, единое большое целое. Это Антон говорит или мне показалось? А меня бесит, что мы давно не видели дракона. Кстати, куда ты его спрятал, сейчас, который неделю сейчас, еще чуть-чуть, и наступит год дракона. Просто дракон отдыхает перед елками. Вы представляете, ему сейчас каждый день по много-много раз плясать, вот это вот выдавать. Ну, нужно отоспаться существу. Да. Ну, с пониманием отнести. Дракон лет спал перед этим. Он единственный персонаж, который может превращаться в кого-то. Но не делает этого! Да. Ну, не каждый раз же делать. Скоро финал. Вот представь себе, Пупляш, если ты ешь так часто свои любимые кексики с помадкой, ты же уже их потом не любишь, но зато если ты ешь их раз в неделю, вот как они заходят. Ты ешь кексики с помадкой? Принеси мне кексики с помадкой и посмотри, сколько я могу их есть. Так, сначала помадку принесите. Это совершенно другое шоу. Ты удивишься. А ты как ешь с помадкой? Вы знаете, шоу пошло не туда. Сначала помадку, а потом кексики, шоу так? Перетекло медленно. Шоу пошло. Наконец-то у нас конструктивное обсуждение музыкального номера. То, чего люди ждали 8 выпусков. Да, да. Вот это да, наконец. Да. Все по делу. Все мои кексики, а твоя помадка. Антону удалось приручить дракона и пухляша с помадкой. Вот все наше шоу. Так, какие и варианты? И вычислить. Юлька, не нервничай. Да. Юлиана, Антон. Он же дракон, дракон Антон, это может быть... А вы знаете, Антон, чем я занималась вчера ночью, когда готовилась к нашему шоу? Чем? Я в недрах интернета искала и вычитывала биографию Андрея Гризли. И я теперь снова думаю в сторону туда, в сторону этого медведя. Ты считаешь, что это все-таки Гризли? Ну, да, возможно, это он. Даша так мысленно нарисовала себе гризли. Ну, либо, да, либо еще как вариант. А может быть, Денис Клявер? Либо. Очень напомнили вновь. Есть прекрасный парень Кирилл Остапов, он же Сократ. И Кирилл экспериментирует классно с музыкой и вообще делает классное музло. Поэтому, может быть, это Кирилл Сократ Остапов. Я думаю, что это может быть такой исполнитель, как Саш Санта, но мне вот чуть-чуть вот где-то напоминает, в голове что-то типа иногда складывалось. Но иногда нотки проскакивают, да? Да. А почему мы, например, Басту никогда не называли? А вдруг там Баста? Баста-дракон? Не. Мне кажется, Баста именно в Гризли мог быть. Вы не волнуйтесь, версий накидали много. Пока. Меня зовут Антон. Все. На этом и остановимся. Пожелаем дракону Антону удачи, друзья! Ура!